Хотите избавиться от большого живота? Вот эти ненавистные бока, которые вас бесят. И вы начинаете делать что? Изнурять себя тренировками, качать пресс до безумия, просто подыхать на тренировках. И вдруг в какой-то момент вы замечаете, что живот вырос, вместо того, чтобы уменьшиться. А почему? Потому что вы качаете мышцу. Мышца находится под жиром. И вы, увеличивая мышцу, увеличиваете живот, соответственно. А вот сбросить вот этот вот живот, вот этот подкожный жир, вот это вот все залежи, которые организм ваш откладывал, стратегический запас вот этих жиров, которые наиболее удобны для нашего организма. Нашему организму нравится наш жир, ему не нравятся наши мышцы. Он не хочет с ними так просто расставаться. От этого можно избавиться только благодаря правильному питанию. Тренировки – это хорошо, это расход энергии, это замечательно. Но питание – это единственное, что вам поможет сбросить живот и бока. Только питание, можно от этого избавиться. Правильное питание, правильная норма БЖУ, баланс БЖУ, правильное количество воды пить. Потому что вода нам помогает делать кожу более эластичной, в том числе, помимо всего остального. Поэтому, если вы хотите избавиться от боков, если вы хотите избавиться от живота, сидите на дефиците калорий, перестаньте есть вредные продукты. И это то, что вам поможет. Не спорт. Спорт – это хорошо, когда он присутствует в вашей жизни. Но только ваше питание поможет вам избавиться от ненавистных боков и живота. Будем здоровы!